стартуем. Что-то и так застоялись. Да, вот это танковое. Блин. Не скучно надо было ехать. Правда, утомляет эта езда так далеко. км по асфальту, да не скучно. Оно того стоит, конечно. Места зачетные. Тут, видите, все заросло. Немножко не совсем то. Вот тут танки разворачиваются. Я вижу. На заднем приводе. Совсем легко. Так, Паша тут нашел новую траекторию. Сейчас поедем за ним. О, там хороший кальон. Вы видите, внизу твердо. Хорошую колею катнул. Мы, чтобы не испачкать машину, будем ехать медленно. Макс, там где луазы обычно едут зимой. Так, тут какой-то человек попал. Рангеру... Пока, Саня! Рангеру, рангеру подъезжай. Нормально идешь. Правильные дороги. Патрулить. Классическое наше упражнение. Нормально едешь. Ну, проедет сам мегауаз по болоту. Ну, не болото, но... Хотя нет, цвет болота. Куда подрезаешь? Машина на автопилоте идет, осторожно. Сейчас подрулим. Вот интересно, как ты дальше рулишь. Застрять не должна. Хорошая машина, надежная. Саня, это наш ответ маску, да? Да. Ты Вранглер закрыл, пусть тут стоит, нафиг он тебе нужен. Слышь, ты похож на этого капитана корабля дальнего плавания сейчас. Так? Да. Давай фотку сделаю. Давай. Вдаль, как ты смотришь. Давай. Нормально.
Так, подожди, надо чуть куда-то, ты в лес начинаешь уходить. Да, надо подрулить. Вот так мы можем. Смотри, что делает, да? Еще и ручка с подогревом. Шайтан Орла. Саня, никто даже на тормоза не Все, машинка нормально едет. Не раскачивай лодку. Беспилотник, короче. Беспилотник. Пилотки в нем нет. Я так не смогу, я просто на ходу не запрыгну. Лёня молодец, подождал меня, чтобы все было зафиксировано. Левей, левей, левей! О, вот это уже нормально. О, какой запах пошел, ёлки-палки. Так. Самурай начинает удивляться, называется. Борется. Смотрите, как красиво. Молодец. Так, ну Чероки, интересно. Он очень хорошо едет. Но вес у него... А, все, наверное, уже. Судя по всему. Да. Вес у него значительно выше. Там один мотор весит, как пол самурая. Следующий претендент на звание лучшего внедорожника. Тут тоже вес присутствует. Начало неплохое, я вам скажу. Качество, наверное, не очень, но я пишу на основную камеру. Смотрите, красиво все. Так, ну, ЖК по лайту. Ага, тут уже не лайт сейчас будет слева. Это то место, где во льдах залупазлик тут рубился. Ну, Саня задом себя смог выскочить. Саня включил блокировки и нажал на газ, называется. Ну круто, круто. Круто. Рубиконище, думаю, уже не поедет сам. Хотя может дорыть. Дорыть и поехать.
какие тебе шайбы сделали. А, я понял. Канадскими. Канадскими, нифига себе, ты видишь? Друзья, причем я вам скажу, вот по катуха, смотрите, сегодня суббота утро, до вчерашнего вечера никто никуда не собирался особо. Леня написал, я еду на танковую, сбор в 11, жду вас возле танковой. Вот такая банда хорошая подъехала. Я тоже собирать УАЗ начал недавно относительно. Сейчас попробуем сами тут проехать. Самого запустить его? Кстати, хороший вариант, да. И камеру не надо отдавать. Сейчас запущу самого. Поехали. Так, все, у вас поехал сам, а вот и Нива. Дай людям проехать. Да сейчас пусть у вас проедет. Лови его там с левой стороны. Блин, лови его называется. Куда-то его не туда отправил, да? Повернул, да? Да. Автоматическое пилотирование. Наш ответ маску, да? Видите, хороший внедорожник, ему не нужен пилот. Еще поставить можно на гидроцилиндр, можно радиоуправление, я думаю, поставить спокойно на него. И вообще не сложно. И тогда мне будет удобно снимать. Восстание машин, бородач говорит. Да хрен его знает, пока непонятно. Право, право поворачивай. Так, тут Рубикон очень дорогой стоит. Так, а УАЗик спустился. Зачем этой машине? По-моему, ее тянешь назад. Не едет. Во-первых, она легче на 100 килограмм. Я остановить успел. Все нормально. А было страшно. Не, не отошли ни на метр. Нива? В общем, вот такое кино. Хорошая лужа. Ну, это же центральная. Я здесь тонул два раза. Аккуратно я. Один раз очень весело. Нива палает, а тут несложно. Как после атомной войны такая. Как после атомной войны. Работает. Да, да не, ну это ж... Это ж Нива, ё-моё. Где сейчас Макс сядет? Вот это будет фиаско. Королева сразу его вычеркнет из этих. Из лордов. Короче говоря, тебя у вас отрыгнул, и ты теперь ходишь за ним. Отрыжка у вас. Не, мне, я без штурмана, мне некому снимать и это. И без второго. По пенсионному. А он, чтобы не пачкать, вот хитрый, ну. Макс уже не торт. Не торт. Не дубасит.